Они, понимаешь, они магнетизмом обладают, и они прям хотят соединиться с другими 28 осколками. Ну, Я они, наверное, где-то... еще со времен того, когда Ульдау Туалом был. Я предлагаю два осколка поместить Славе в рот, а 28 в жопу, чтобы они потихоньку медленно совмещались. Хорош. Неплохо, неплохо. Путем всасывания, да? Так, травма твоя. Тейрут ебал нахуй. Я вчера просто в ночном рейде, блядь, или позавчера, иду друидом нахуй. Думаю, хули, надо дамаг пацанам нахуй. Не, Падает. И это просто на плюсненько был моя, бы. понимаешь, моя травма падает нахуй. Моя нахуй. И я ее отдаю челику нахуй, который с ЛК камнями. Потому Дэймиксу, что, да, блядь, вот этот вот. Димиксу, нахуй. Он вообще Понимаешь, блядь, нет. насколько я щедрый человек, нахуй? Это не щедрость, это идиотизм называется. Какой Я идиотизм, блядь? Ну, по факту он хилит, я нет, нахуй. Типа, бы не отдал бы нахуй. у меня суммарно спеков больше 10, нахуй. С 5 персов. Вау! Нет, просто то, Вау. как он играет, он недостоин этой травмы, Ну, блядь. блядь, хули поделать, блядь. Это пока что недостоин. Потом, блядь, пару месяцев пройдет и станет достоин, блядь. Не надо на человеке крест ставить. Подскажите, как там Слава дойдет, я пока на кровати полежу. Через минуту. О, еще кайф минут чилить. 30 секунд осталось. Включая таймер, засекаю. Он пиздит. Так. Ее даже в целка нету. Осталось 26 секунд, 25, А где-то там летит, да? 24, 22, 21, 20. Ты это, Слава, Неополитану давал в стартовый? Не помню. Ну так, надо что Не с этим делать? помню. Если больше 5000, то ему не надо стартовать. Сколько у него ИП? 3000. Я не помню, давал или нет. Это до среза было. Синхан Сейчас Кирус. Слава пройдет, рыбку даст. Наверное, не давал. Вот рыба. Можно, в принципе. Я в ахуе, что у нас типа 25 хэй не собирается. Full rate. Чё ты ахуел? У нас 24 человека, Но у чё я в нас ахуе? людей нет. А где они, блядь? Они? Ну В нету ночном их рейде. просто. Поливали, ребята, понимаешь? У нас О, нет Слава. ни притона, А ты ни чё, этого теперь, блядь, гей? гиганта. Не, я не раз уменял это. Это обман зрения. А, я понял. Я, Набор надо короче... делать, Я, получается. короче, звезде... Набор надо? Ты мне за набор расскажешь? Стелси в кружке, а остальные там сами личные люди. Ну я в курсе, что никто просто не приходит. Потому что там добор кричат, а... Не, Призан, ты что, с А дуба чё за рухнул? стартовое ЕП такое, не 4, понял. 3, 2, 1. Слава. Да это, блядь, давно еще было. Новичкам дают, блядь, там 2-3 тысячи. Бля, мне нихуя не давали, когда я Тебе делал. Сейчас давали, меня. Лёха. Не давали. Ты чё? Еще на ДК, да. Давали, Лёха, давали. Пиздец, я вообще такого не помню, как бы Нет, тебе точно Ну давали. ладно, я спорить не буду, блядь. Ну, типа, вау. Вау. На мне уже спор есть нормально. Хорош, Слава. Ты сам как спора. Ой, как касить хорошо, да? Вязкая гадость. Нахуя ты босса разворачиваешь? Он сам поворачивается, что не видишь? Нет, она от пельменя босса разворачивает, когда она может нажать АМС и полностью задоджит пельмени, блядь. Зачем? Поражаюсь. Может, когда ты не думал? Нет, у нее больше не летели. Одну звезду, одну в кружок, одну под босса. Где мой урон, блядь? На рейндж дальше. Встаньте, сова, на рейндж. Там, блядь, под тебя пельмени летит. Как дела, нахуй, Слава? Похуй вообще. Что ли?
тебя щитки моментально, да? Угу. Овердро тоже моментально. Ну, ГКД снижается, конечно. Ой-ой-ой. А рейндж, блядь, сейчас блевать будем. Не надо, дядя. Одну вынеси. Уже ничего не надо выносить, уже босс. Ну, в смысле, в мили две споры взорвать в гере, это так себе. Да, захилиться. Надо, наверное, доделать. Я ебал уже на себе. А мне нравится, что сова. Да, сова три кнопки. Ну, да, это больше. На Лема зайди, блядь, две кнопки. У Лема больше. У Лема больше. Его еще сейчас был, блядь. Когда заходил, у него там и Лем стоит. Друг друга заблевали хилы. Ладно, хорошо, блядь. Уговорили нахуй. Пять кнопок. У тапочки. Анро. Хорош. Осколок. Брать, не брать, их или нет. Осколок, да, бери. У тебя же СТТГ. Ты СТТГ забрал себе, ну, так. Вот нет? Мне, да. А что, не бисы, вот, которые на мне, да? Да. Ну, на ШП вроде как, да. На раскол забираю кольчугу. А, дед пошел, чтобы сразу кровь забрать. На раскол ШП забираю. Я думал, что он квест сходил. Давайте. Он-то головой думает. Жопой он думает, блядь. Стояли 10 минут, его ждали. Ну так-то да. Вот смотри, а Products Rolling, ему эта хуйня лучше будет, чем которая у него там с чаркой с какой-то. А Products все ролит. То, что даже не надо. Так надо тебе. Рот, закрой свой. Надо тебе или нет этого? Надо. Блядь, хоть бы раз промахнулся костом. Так там не метка. Там скорость. На рейндж. Читаем. Три совы. Два лема. Это чё? Пять, да? Два мага. Сколько у тебя в процентах апродок с меткостью? Короче, не хватает людей на рейндж, нахуй. Блять, ну, наверное, так и зовут. Тебе надо на сову, наверное, заходить. Слав, осколок. Не хватает людей на рейндж. Одного? Угу. А вон, блядь, любого милика выкинет. А хила не выйдет поставить на рейндж? Ну, блядь, залупа будет. Хилы проебут. Ну, редро. Ну, хил, любого представь, милика. Он будет блевать и проебет пэлрей, да? Ну, это хуже. Вон Дартиса поставь на рейндж, да и все. Ну, блядь, я хуй знаю. У нас и так минус один, мы ДПС уберем из-под босса. Ну, блядь, мне-то типа похуй. Вообще поебать, не закроем сегодня, мне-то вообще похуй. Я, ну, я сказал, мы, как лучше. Мы у Берсу не упремся. Ну, похуй, поебать. Типа, кого хотите на рейндж ставить? Восьмого. Девятый кто там будет? Вилаша наводила и Лингрен на боссе. Мне еще похуй. По два человека ставимся. Здесь у ворот, за спиной босса, слева босса, справа босса. Чтобы понимать, где стоять, нужно вот ориентируем черепа и вход. Три черепа и вход. По два человека. Юля пусть танчит босса, а я буду трэшвать. Да. Я возле входа стою. Опа, стопэ.
Понеслась. Подождите, встаньте сейчас, чтобы видеть, что есть 8 человек. А те, кто в миле, зайдите в миле. Под боссом. Кирсори, беги отсюда. Какого-нибудь одного милика. Так и зовут. Окей, я пойду на справа. Давай попробуем. Пиздец. Five, four, three, two, one. Там Геру дайте. Как? Ну и кто мне скажет ник того, кто сейчас с миликом на рейнже стоит? Так и зовут. Так и зовут. Как зовут? Подойди ближе. У тебя истерика, Синхан? Хватит бегать. Отверни, отверни слизня от рейда. Просто стой, бей дальше, чтобы он тебя бил и нос за тебя плевал. Двигайтесь вправо, чего вы встали здесь? Далеко не отходи только так, чтоб хилы доставали тебя, и дубовую прожимай там по КДСе. Следите под боссом. Не в мили... Ай, блядь. Что такое? Ну он не знает, как играть в рейнджемы. Хуя очень. Синхан, ну вы друлесы. Большой, смотрите аккуратно. Иди ищи. Не забегай в мили. Почему ты бежишь в мили? Сюда, иди назад. Вставалку. Выйди. Юзай. Выйди оттуда, выйди. Вставалку вот, юзай, Заломанович. Я в луже лежу, лужа пропадет, встанет. Скажешь. Встаю, встал. Неаполитан свалку вижу. Я ебал нахуй. Куда вы свалки сведели нахуй? В идру. Ресы Мурлокос, Мурлокос Неаполитана. А, вот оно что. 4 стака. Вставай. Еще один большой. Ребята, аккуратно готовимся сейчас. Я скажу, когда. Готовимся. Побежали. Вышли. Вернулись на место. Быстрее, быстрее на место. Подхильте. Все так, двигайся. Продукт далеко не уходи от ренджа хилов.
Там лужа была. Право, лево. Назад от босса отхил, не уходи, хил не достаю. Подвиньтесь, дайте место. Бидон сухой, ему нужен инер. Ставьте два тотема все. А может кому-то на рейндж надо выйти, да? Друид инвалид на рейндж. Заломанный умер не было. Волокосы. Хильте, хильте. Готовимся бежать. Побежали. Бежим. Кто там? Рога тоже на рейндж, беги, постой. Я не знаю, Роджер. Добиваем. Ну, я не знаю, тут на хиле, когда играешь, тут пиздец, нахуй. Особенно, да. Ну, так вот проседает все. Рот ебал, нахуй. Топовый. Напал. Скор. Гниломорт. Бог. Хоть плыви по ней в круизы. Где-то хуйня надо кому-то. Да я поэт. Потрясающе. На распыл. Ром, Ром, развернись, речь. Порезай, пожалуйста, ага. А, бичи же умер, да. Ну давай сейчас я залагаю, просто сразу после боя. Таунтить, кто профа будет, там подумайте, человека три надежных. Урги или Лингрен? Я сразу не надежный, ты чё, блядь? Я не могу таунтить. Я на боссе с Авилашей. Там осколок будет, кстати. Мне кажется, в рунку фарм это хуевая идея. Лейды не закрываются, нихуя. Это хорошая идея. С таким закрытием, блядь. Походу у нас даже вторник с допроносами, блядь, переполнен будет. И среда тоже не будет опять выходным. Короче, я не знаю, скептически что, блядь. Патики, да, есть сразу? Скептически как-то, блядь, все. Это чё, блядь, сколько боссов? 6, нахуй, да? Ну, если у нас не будет воронка фарма, то, блядь, в Т5 мы еще не скоро оденемся. Только своими силами тогда получается. На ханта в игру. Вот это уже точно нахуй. И тебе 1000000%. Да мне, ты, блядь, я ж тебя прям спросил. Ты мне потому что сейчас боссы сложные идут, проф нахуй. На совете тоже нихуй там, блядь, и так тяжело убивается. Ну, блядь. Дальше, в принципе, же до конца уже похуй. Вы вместе с Пасифеей летите. Ну, это я про этот момент и говорил. Если бы была пачка сначала, которая не меняется, не уходит никто, блядь. И что такое, не всегда бывает. Не всегда фортанер в такой день поставит. Такого и не будет. Не, будет, если коллектив подрастет, если, допустим, Холидрин тот же на работе, а ему есть замена нормальная. Есть танки, проблема есть, не в танках. Есть он Лингрен, сейчас он еще два куска на это КД, если выплата денег, вообще заебись будет. Да не, блять, это пример только, ну, танк. А если речь идет, вон, одного слота не было, пол рейда, 6 способ убили. РДД нету. Это же другой вопрос, это же другой вопрос. Теперь пободрее должно быть. Так, Синхан, блять, как у тебя там дела, нахуй? Так. Чё ты
Камни с критом у тебя странные какие-то. Ты поезд сегодня лутанул, нет? С ребра я поезд же падал, ты его забрал. Продукс, что ли? Продукс его забрал. Он тебе вообще нужен, блядь? Так, еще раз. Вот это кольцо 204, хотя бы вставь, блядь, крит СПД, блядь, сполированное, блядь, полироль 1000 стоит. Вместо этой хуйни ЛКшной. В запы то же самое. Чё по профам у тебя? Плащ пиздец отстойный. Хороший плащ. Ты про сову? Угу. У него охуенный плащ. Только там дырка, по-моему, еще должна сделаться, нет? Не знаю, ну с дыркой, может, и получше будет. Ну, так, ну да, там дырка еще должна сделаться. А плащ пиздец. Блядь, там с РСГР только лучше плащ. Этот персонаж столько СПД дает, это охуеть можно. Он, да, он СПД дает, как, блядь, 84-й почти, чуть меньше. На 3 СПД дает, всего лишь меньше. Ну, еще дырка появляется, ну и плюс 20 инты ты теряешь, но ну, это вообще понятно. Если свалить 3 плащ выпьет, я вам сварки плащ забрать, тоже пиздатый плащ, там хаст СПД на что-нибудь будет. Так, кто сегодня за марафон ночной, нахуй? Есть кто сейчас в рейде, кто в вечерний целкабочку пойдет? На фул. Без вот этого, не на час там, а на фул. Ну, если займет 3 часа, то вряд ли. Я пойду. На пару часов максимум, ну, тоже согласен. Ну, по моим расчетам, целкабочка должна пару занимать. Час 40, час 30 это у нас она может занимать. Ну, нормально описание. А там тебя эти не потеряют, которые с ночной дозор, там вот эти там вот. Там все на связи. Человеку скажу, начнет собирать. Еще там, ну, минут 10-20, думаю, будет на сборе. Ну, в смысле, нам дополнительного времени. Но мы как бы стараемся, нам надо пронести все. Так. Привет, это где? Пока он там добегает, ставлю рыбу. Бафы смотрим, всю хуйню, каски, всю парашу. Масло, да, блядь. Сегодня даже 25 хм, да не закроем целиком. Ну, типа, если вот сейчас без вайпа все пойдет, то должны закрыть. Не успеем. Я говорю, с первого трая, если все пойдет, все закроется. Ну, 12-20 где-то можно закончить. Или чай, если в полночь пальнуть, из первого трая банать, можно ее закрыть. Мы на леди дохуя посидели. Угу. И на кораблях, блять, вайп. Еще ждем, пока люди бегают, блин. Ну, да, пока Слава там квесты в Долоне что-то делает. На туре вот так вот, когда лока нет, вообще хуёво. У меня, кстати, по-моему, здесь где-то... Вопрос на засыпку. Вопрос на засыпку. Кто-то унтить будет? Как и зовут? Второй кто? Я могу попробовать сейчас. Включу только этот. В ДБМе. Святос. Да ханты должны-то унтить, ёб твою мать. Святос и... Ну, ханты умеют? По сифе. У хантов есть скилл. Который таунтит. Я верю, что Витя умеет. Там нужно флайн-тайм еще учитывать. Стоят на рендже. Нужно учитывать еще флайн-тайм. Флайн-тайм. Так по Сифея тут? У хантов очень маленький. Стоит, ты понимаешь? Маленький? Хуй что ли? Флайн-тайм, как ты говоришь. Флайн-тайм. Мы просто зачем-то... Чем дальше стричь, тем дольше флайн-тайм. Миликов гоним для этого, но мы депс теряем, я не знаю. Этот самый... Пей куку. Два ханта. Здесь можно сразу начинать. Да, там лужа есть. До вечера. 5, 4, 3, 2, 1. Живи, Заломаныч. Не, я перепутал, сори. Ну, мри, Заломаныч. Заметь, это не я сказал. Суждаю, блядь. Ну, как хули, блядь, деду уже нахуй все бомба и сало падает на хату, блядь. Выйдите из лужи. А, это иллюзия. Сорян. Сука, сука, Лёха, нахуй, лишь бы попиздеть. Отвечаю, блядь. Он весь рейд пиздит. Всё, босс серьёзный. Алло, блядь, спокойно. Помните, где сбегаться в этот в угол, нахуй? Не проебётесь? Да помню, всё помню. Паралкаст. У вас зависло? Развисай.
Отвиду. Зеленые, зеленые за мной. Массакру дайте. Киньте, пусть он умрет. Блядь. Не выходите, стойте, чё выбежали? Стойте. Помогаем зеленого добить. Туда зайдите. Массакру. Сюда. К зеленому зайдите, чтобы помочь ребятам. Бегать. Выбегать надо. Ага. Нахуй. А кто был? А кто сбоку был? Кто это, блядь? Там кота выплюнуло. Что значит выплюнул? Ну, в прямом, он, видимо, в спину решил слизняка бить. Керус, ты, блядь, в Гере не был, нахуй, да? Я как помню, нахуй. Выплюнула, блядь. Из жопы выплевывает, нахуй. Так манглом бей, блядь. Что ты делаешь, нахуй? Ну выкинула, прыгни за спину. Да я футбол. Понял, нахуй. Это ошибка меня, бича, нахуй. Надо же поставить, нахуй, меточку, нахуй. Потому что, блядь, там выплевывает, нахуй. Сейчас, блядь, пойдем учиться, нахуй. Ошибка новичка, слово. Ошибка бича, блядь. Просто, блядь. Эпопея, блядь. Эпопея. Линкрон бегает. Линкрон, подставь жопу. А он забагался. Ой, гребаный стиль. Ой, я себе у Лёхи просьбы нахуй. Подставь жопу, блядь. Это, блядь. Они же такие. Это не просьба. Это блядь, как бы заебись было, если бы какой-нибудь там вар условно, вот из трех. Пусть с ним два вара, это нормально еще вредит, чтобы был локом нахуй. Чайте лука нахуй, наебал нахуй. Такую хуйню, блядь. Не-не-не, все, я на это больше не поведусь, пизду. Ты только лока качнешь, и двоих штук 10 будет в гильдии, да? Так, а так и было, я же докачал лока, у меня есть лок. Только вот сейчас нету локов нихуя. Ну так, я его не стал одевать. Короче, нахуй, короче, это самое, анонсит, этот самый, вот так и зовут. Ассист. И кто там у нас с РДД самый нормальный? Блять, что-то вот тебе Мурлокос ассист. Ты будешь звездочкой, так и зовут будешь этим, нахуй, квадратиком. И сейчас я вам поставлю метки, нахуй. Треугольник, нахуй. Крестик, нахуй. И это самое. И вообще, что за хуйня, нахуй? А Кирсори, блядь, сейчас тебя не выплюнут, нахуй, потому что я тебя научу, блядь. Аек. Научу нормально вставать в угол, нахуй. Понял? С красной меткой был. О, я мискликнул, сори. Ты запустил. Да, я этот два макроса прожал и завенился, и зачарлился инста. Спасибо, брат. Охуеть диван, блядь, кто в комнате. Джандис, дай диван. О, найс, спасибо. Сорян. Че, бичи, блядь. Я как босс понял, двойный чарж сразу. Дам я тебе. Куда-то еще идет нахуй за. На ми... так а, пошел на за комнату. Так все нормально. Вот и выделся. Резусь, так. Плюйте в спину гандона. Опять тебя сейчас угорнул, если Сентек снимает диван. И чисто мимо проходил, мы брали диван сейчас. И он разворачивается. Да. Керус, нахуй. Сюда иди, блядь. Он не может ходить. Сейчас может. Он блин, может. Я смотрю на мерзоцида, это вот как будто фотка славы тупо передо мной. Пиздуй сюда ко мне. Кружку, звездочку, в треугольник, нахуй. Где он там, блядь? Не, ну вы посмотрите, ну прям... Слава 30. Сюда очком вставай, блядь. Как я стою, не скользи там, нахуй. Вот. Когда встанешь, блядь, этого слизня выбираешь, блядь, он подходит и бьешь его. Ну это если дебаф, блядь, есть зеленый. Где пасифия? Криста баф. По ДК кулак. Синхан еще нету здесь.
Ясно, нахуй. Синхан, ты где? Выкинул он их. Понятно, да. Он зашел. Там этим самым покомандуешь, как он называется, таунтами, так и зовут. В конце. Так, пей куклу. Ралли припод. Кто там выбежал, кот? Салка есть? Да. Зеленый в метку. Синхан, рис из Ломаныч. Беги, беги, беги. Блять, кто там? Закханыч. Так, блять, я только встал. Ладно. Там еще кто-то, видимо, да? Диван, угу. Дайте. Охуй. Не спалите куклу, пожалуйста. Блять, это так сложно, наверное. Да, причем на мне изначально был... А я понял, ну помимо тебя он второй раз еще на кого-то убежал. Да тут нахуй пара людей есть, нахуй. Да, этот, Дартис, ты же не знаешь тактики на Геру, правильно я понимаю? И кто там еще? Неаполитан не знает, по-моему. Кто там еще на вскидку новый у нас? Дартис, Неаполитан, кто еще? Аек, наверное. Аек вроде ходил. А ты знаешь. А ты выплестишь. Ну, тогда должно быть нормально тогда. Пять хилов вроде бы дать. Да при чем за хилы вообще нахуй? Потому что Заломаныч сдох нахуй. Его зеленый выбрал и убил. То ли он там в луже стоял, то ли где. Дойду на минуту. Его просто 3 секунды никто не хилил. Там, блядь, хоть 10 хилов. Я как будто в ЧСе нахуй у всех, блядь. У меня нет. Да, все просто это обидели, тебя никто не хилил. Так за шо? Не, если кто-то эту хуйню юзает, это типа, это пизда. Что юзает? Ну, ЧС в хилботе, там еще что-то, вот эту хуйню. Я рафланул-то про ЧС, я не думаю, что у нас... Ну, блядь, ты рафланул, я просто говорю, что это будет ультра-пиздец, если это действительно такая хуйня есть у кого-то. Да, не должно быть. Я за Ломаныча в ЧС кинул.
Понял, Лёх. Вот мы, вот, нашли его, нахуй, вычислили, блядь. Это я говорю, Лёха, блядь, это старый ворчун, блядь. Бухтит и бухтит, да? Я говорю, я прихожу, блядь, настроение заебатое. Как только Лёха начинает ворчать, сразу залиться начинаю, блядь. Лёх, не урчи. Сейчас разберёмся. Не, нормально, кстати. Сейчас еще 10 минут и понеслась. И всем пизда, да? И тогда он начнет уже ебать кого-то, а не Слава. Не, там уже, знаешь, это на пару чисто. Не, ну на кораблях это было сильно. Блять, я вас сейчас выебу, нахуй. Да, я говорю, хорошо, что я в наушниках. Вырезай, пожалуйста, это в видосе, слышишь? Чтобы я... Нужно вырезать и отдельным видосом залить. Да. Чтобы я это еще раз услышал, нахуй. И на второй скорости просмотра. Что вы это? Я вас сейчас выебу. Быстро, быстро. А чё вы, блядь? А я вроде масрез давал, но он что-то, блядь... У них КД 3 минуты. А, у них КД. У меня есть меха на ресы. Ой, рарный. Ты почему... Неаполитан, ты бежишь? Лёха, ты тут? Ну, который урди. Nope. Yep. Равник. Пей куклу. Five, four, three, two, one. Проходим лужу. Зеленый появляется, пул ДПС по зеленому. ДПС по зеленому. Уже выходим. Переводим босса. Смотрим свои дебафы. Метки в зеленую. У кого уезжай. Зеленые в треугольник, быстро, сука. Не останьтесь за бортом только. Разбежались нахуй. Беги, малышка, беги! Так. Выходите, пельмени. Выходите. Там пельмень летит. Мурлоко с Ренси Святосом. Сейчас еще пельмени будут. Берегите. Колба, выбежим. Уже выходим. Сука, я КФМ нахуй лужи не купайся. Берегись. Зизня, бьем. Пельмени отошли. К
опасного дамажа. Сука, не были там. Применьшись, что ли? Элси, беги от красного, беги, беги. Беги, беги, беги быстрее. Беги помогать. Пельмени отошли, а лужи отошли. Пельмени отошли. Они зеленые. Зеленого фул ДПС. Сбоку там кто-то стоит, отойди. Вот нахуя ты на коте бежишь к нему, блядь? Тихо, потом. Лужи вышли. Пельмени не поймают. Чуму передаем. Возле луж стали слева, крестики рядом. Бидон ставь там. Синхан, номер по бидону. Берегитесь. Пельмени отошли. Три дебила, блядь. Отойдите, разбежались. Отойдите. Сука, бараны, блядь, слепые, нахуй. Тридцати или 35? Друид инвалид, резый мурлокос. 35. Не бейте, стоп по боссу. Нули ушли. 2% там. После стезня босса переводим. Пельмени, это лужи вышли. Смотрим дебафы. Берегитесь. Пельмени отошли. Зеленую метку, зеленую. Блять, успею, нет. У нас сакру дайте сразу. А чё, Лёха, повис, залагал? Замедлили, да, повис. Его не замедлили. Лёха залагал, он залагал. Ну, опять этот ебучий реконнект, нахуй, по-любому. Кто там хлопает нахуй? Вы чё, дрочите там или чё, блядь? Да. Я в ахуе. О, у меня тело не покидается, прикольно. Не, нахуй на форум сегодня пойду писать, меня заебало это уже. А хули толку, блядь? Чё там на форуме? Решают нахуй, долбоёбы. Вот время, уёбки нахуй. Ну, они на своем X5 ебать делают какую-то хуйню, блядь, а здесь в лаге, блядь. У меня тоже выкинул. Ну, видишь, не только. Это хуета, потому что это заебало, и это ухудшается с каждым днем просто. Не, ну раньше хуже еще было, нахуй, вот реально. Я типа раньше вообще, я не знаю, блядь, там открыть, блядь, как я первый раз профи убивал с собой, нахуй, там я ебу, блядь, там один кадр в секунду, нахуй. Так при чем тут кадры в секунду, блядь, твои, слава, личные и ну, лаги типа, сервера, ебаные. Так это сервер так лагал у всех. У всех вообще. А-а-а. Ну хуй знает, FPS вроде как. Там Exalted и Синдру из-за этого убили раньше, позже нас, нахуй. Мы Синдру первее убили, они потом Лича убили, а мы после них Лича убили. Типа это дрочи ебаные, просто ни с того ни с сего, зависание по 5 секунд. Угу. Ну да, это 15, блядь, понятно. Нахуй. И это все хуже, хуже, хуже. Это я вот этот, вот сейчас вы упали на пельменях. Мне скажите, пожалуйста, Продокс, кто там, Неаполитан и третий, кто был? Я на это, на облако отвлекся, поэтому не проебал пельмени. Не отвлекайтесь, сорян, смотрите, включите звук. Вот, ребята, блядь, ну, это вы подводите рейд. Типа, хуй с ним, ну, завис он, хуй с ним, типа, блядь. Ну, это пиздец, это минус 3, вы 2 пельменя одновременно словили. Там же ДБМ есть, в нем ебаный звук, нахуй. Там это бабский голос этот говорит. Какой бабский звук, это для лохов, нахуй. Ставьте гудок, блять. Вы никогда ничего не проебете. У меня мужик орёт вовсю, нахуй. Пельмени. Слабо, что ли? Может еще орать, беги, малышка, беги. Не знаю, ну я просто, типа, я вообще уже, я устал просто. Я еще кушать хочу.
и съебаться хочу, чтобы... Ну иди какой-нибудь и... хлеб, корочку возьми, что-то закинь, блядь, чай, ебани нахуй. Гоша, заходи нахуй. Сатоши, нет такого свободы? Нет. Чего? Только... Я найду Сатоши нахуй. Сатоши, да. Заходи, о, блядь. Вот давай место меняй, как раз скажу поесть. Это же гей. Какой поесть, вы ебанулись, блядь. Какой поесть, блядь. На вара заходи, да? Это же гей. На приста. На приста, блядь. Обычная еда. Будем КД вешать всем, нахуй. Надо нормальный рейд, блять. Мы так не убьем нихуя. Ой, на шипа могу подгонуть, получается. Там же хило все есть. Нет. Больше, блять. Вот смотри, бидон стелси будет спилить, джандиз, люди дворит. Все, давай, давай, нахуй, там не пиликай, блять. Давай, заходи, блять, на цену. Может меня кто резнуть? Вот я вот тут в уголку и лежу. Вот там и лежи, блять. Я вот думаю... Дартиса или Синхана свичнуть. Милика, наверное, лучше свичнуть, да? Ну, если Макс хочет идти, пусть идет, блядь, ты, ну, не понимаешь или как? Я говорю, иди что-нибудь принеси, блядь, пока он летит сюда, блядь, и давай заходи. Да я уже зашел. И принеси что-нибудь там с холодильника, возьми, блядь. Ща, Макс, я тебе пивка поднесу, погоди. Да у меня есть пиво, у меня есть пиво. А, пиво есть, так тебе нахуй ничего не надо, блядь. Да, блядь. У меня картошечка, я ее вчера пожарил. В холодильнике стоит, погреть надо. А мог бы жарить свою правую руку? Блядь, а, ладно, мог бы потом. Блядь, кожа. Перед вторым РТ тогда подойду погреть. Чё? Ну, перед вторым РТ погрею. Руку? Картошку. Блядь, Гоша, блядь. Лёха, чё ты там? Всё? Никак? Блядь, это хуёво, всё, сука, так лагает, пиздец. Пока у нас первый рейд такой, блядь, что неизвестно, что будет, типа. Придётся так, блядь, когда вешать на всех персов. На кого квест, хотя? Ну, давно. Ты где, да? Ебаный сервер. Ты прилетел целка? Да, я тут, а. Почти добежал опять, но лаган. Я бегу, а волосики назад, и снизу, и сверху. Бывает же, да, у кого-нибудь типа релок, ну как, типа выкидывает, короче. Нихуя себе, кто к нам пожаловал, Глеб, блядь. А, я на улице, ебать, я только домой еду. Вот тебе голос, конечно, я ебал. Вот тебе.